Из последнего, вот ну, наиболее такого, что привлекло мое внимание в интернете, я увидела карту. Знакомую нам карту Украины, поделенную на два цвета. Значит, ну, даже там на три, как обычно, да, делят. Она была закрашена голубым, от бледно-голубого на западе до такого густо-синего на востоке через центр. Привычная нам карта Украины, разделенная на три части. Как оказалось, это не карта электоральных предпочтений, это не карта, разделенная по языку. Эта карта показывает количество детей-сирот по областям. И она удивительно точно совпадает вот с тем менталитетом, который нам рисуют все эти другие карты. И тут же возникает вопрос, вот когда харьковчане начинают выступать и кричать, что мы не дадим навязать нам западные ценности, мы не дадим Галичине навязать нам свои ценности. Ну, я надеюсь, что мы распечатаем эту карту, просто будем вам раздавать, кто может, найдите ее в интернете. Покажите ее знакомым, которые так противятся ценностям Западной Украины. И задайте вопрос, вот это вот наши ценности? Вот это ценности, за которые мы стоим, которые мы тут отстаиваем? Это вот то, что вы не хотите пустить сюда на восток? Это вот это разделение по количеству детей-сирот? То есть эта карта на корню убивает все разглагольствования о разнице в менталитетах, о том, чего мы не хотим и что мы защищаем. Мы защищаем вот это количество детей-сирот, зарисованное густо-синим цветом на востоке, особенно на Донбассе. Причем в том числе это и дети при живых родителях. Ну, о более таких вот веселых вещах. Ехала я сейчас по Сумской.